Сегодня в программе «Крик. Криминал и комментарии». Громкая авария. Страшное ДТП в Сосногорском районе унесло жизнь экс-депутата Госсовета Игоря Терентьева. Вековой юбилей. Дежурные части полиции отмечают столетие в трудовых буднях. Легенда для казино. Эшвинские бизнесмены организовали сеть клубов под вывеской торговли векселями. Всех не обманешь. Пенсионер из Эжвы заявил о краже паспорта, чтобы избавиться от коллекторов. О самых заметных происшествиях в республике расскажу вам я и мои коллеги.